Привет! Готова вам рассказать, какая посылка мне пришла с Мылоопт. Мне запаковали стаканчик термостойкий, стеклянный. Сейчас я покажу, как. Видите, все как четко, хорошо. Смотрим, стаканчик я его еще не открывала. Целенький стаканчик. Без царапин, без надломов, сколов. Отличный стакан. Потом сезам молочный мне пришел тоже. Упакованный хорошо. По скидочке я выбрала. Большие пакеты, 10 штучек запаковали мне ребятки. Потом полисорбат, мой любимый, мне его всегда мало. Гидролат лопуха брала для шампуня. Вот он тоже такой. Срок годности до 19 года, еще время в запасе, целая куча. Так, потом мой опять же в полисорбат, второй не буду показывать. Отдушка лайм, я ее не открывала еще, но говорят, что очень хороший запах. Потом гидролат лесных ягод пришел мне для тоников, для моих. Отличный вариант. Так, что здесь запаковали мне оксид цинка в отдельный пакетик. Откроем, посмотрим, насколько он целый. Целенький оксид цинка из Голландии. Тоже нигде ничего не пробито. Маленькие пакетики заказывала, 10 штучек мне, видите, написали, чтобы не забыл. Так, потом, жидкая основа для мыла литровая пришла, тоже со скотчем запакованная, дабы не пролилась. Литровка, видите, тоже такая тара удобная, можно будет переливать. Так, сюда поставлю. И форма для мыла, хотела ее очень, взяла, посмотрим, насколько она целая. Так, форма для мыла пахнет моим любимым силиконом, качественным. Так, тут инструкция по применению, все как использовать. Смотрим на форму саму. Как видите, она идеальная просто. Как будто только что вылили ее для меня. Надеюсь, будем ее использовать по назначению и с пользой. Вот, и форма целенькая, приятная, хороший силикон, видно, что качественный. Спасибо, ребята, за бесплатную доставку, за экономию моих денег, за то, что вы всегда на связи. Все круто.